Друзья, привет! Сегодня 8 октября, 17 часов 29 минут. Как видно на этом мониторе, ураган все еще находится около полуострова Юкатан. Насколько он продвинулся, можете сравнить и посмотреть мой предыдущий ролик, который я снимал вчера вечером. И давайте посмотрим, какова длина пути этого урагана до Тампы. Для этого используем Google карту. Расстояние от урагана до Тампы 500 миль. В переводе на километры это 800 километров. 800 километров делим на заявленную среднюю скорость продвижения урагана. Получаем 57 часов. До Тампы ему пилить 57 часов. Или если это выразить в сутках, то это 2,3 суток. Кое-как выговорил. Двое с лишним суток, это если скорость не изменится. Конечно, дальнейшая судьба этого урагана неизвестна, но давайте будем оптимистами и подумаем, что вот эти верхние потоки, которые как раз участвовали в образовании этого урагана, не дадут ему даже и близко подойти к Флориде. И он себе успешненько проскользнет вот в этот пролив между Флоридой и Кубой и уйдет себе в открытые воды.